51 кандидат для поступления в военные вузы отобран из числа тобольских школьников в 2022 году. Для этого проводились информационно-агитационные акции в школах города и района и в среднепрофессиональных учебных заведениях. Главная цель – повышение общегосударственной значимости и престижа воинской службы в Вооруженных силах Российской Федерации, вовлечение молодежи в мероприятия военно-патриотической направленности, а также формирование позитивного отношения к выполнению воинской обязанности и активной гражданской позиции молодежи, престиж обучения в вузах Министерства обороны и перспективах дальнейшей службы. Во время первоначальной постановки на воинский учет проходят тематические встречи с ветеранами военной службы и офицерами запаса.